Как подобрать тон, если у вас сухой тип кожи? Напоминаю, что кожа сухая любит густые такие сметанные, бальзамные консистенции. Поэтому, скажем так, вот легкая бибишечка будет чуть-чуть не туда. Хотя на улице лето, поэтому при сухой коже сначала мы делаем увлажнение, потом можно использовать какой-нибудь, скажем, увлажняющий праймер и наносим нормальный, более густой крем. Просто нанесение должно быть очень легким и равномерным. В этот момент важно не переборщить, чтобы все-таки кожа чувствовала себя комфортно и не было вот этого вот ощущения маски. Слегка припудрить и потом использовать фиксирующий спрей для такого легкого сияющего эффекта, что очень благотворно влияет на внешний вид, особенно летом.